Всем привет, добро пожаловать в новое видео. Сегодня у нас с вами AliExpress, мои лучшие приобретения в этом году. Буду показывать разные штучки для дома, конечно же бижутерию, несколько кисточек, одежду и даже обувь. Я надеюсь, что я вас уже заинтриговала, не буду затягивать и поехали! Первое, что я нигде не могла отловить в наших магазинах, даже если привозят такие вещи, то они очень быстро разметаются. Речь идет о салфетке, которая кладется под тарелку. Вот такая ажурная, они бывают в нескольких расцветках. У меня в золоте, но есть еще и в серебре. Это не занимает много места, но очень красиво, стильно выглядит и в первую очередь радует хозяйку. Я очень люблю накрывать на стол, поэтому давно искала нечто такое. И она очень ровно вырезана, к ней у меня нет никаких претензий. Единственное, что она приходит в таком согнутом виде, поэтому ее нужно положить поверх что-то тяжелое для того, чтобы она расправилась и все будет окей. Следующее — это вот такая интересная сковородка, которая много раз попадалась мне в рекомендациях, и я все думала, надо или нет, потому что она не прям супер дешевая, но она бомбическая по качеству. Я забросила ее в корзину, дождалась скидок, и теперь она у меня. Эта сковородка подходит для панкейков, для каких-то блюд с начинкой, потому что вы можете пожарить отдельно, например, яйца, в одно из них положить начинку вот так посерединке, вторым прикрыть, и у вас получается такой небанальный завтрак. В общем, меня эта сковородка безумно вдохновляет, и также, когда я поджариваю яйцо для тоста, теперь мне гораздо удобнее, потому что сразу получается ровная форма. Обязательно будем с вами готовить какие-то интересные блюда, и увидите ее в действии во влогах. Так, это у меня спрей для оливкового масла. Я очень часто перебарщивала, когда заправляла салаты, когда нужно было поджарить что-то маленькое, я как налью из бутылки. Так что благодаря вот такой штукенции я сейчас контролирую количество оливкового масла, которое я добавляю в разные блюда. Сюда можно залить, в принципе, все что угодно, но я конкретно покупала для масла. Все ссылки, как всегда, я оставлю вам в инфобоксе. Я это вам уже показывала в каком-то из влогов, но видео об AliExpress смотрит гораздо большее количество людей, поэтому хочется тоже поделиться информацией. Я влюблена в керамику из AliExpress. Она тоже там не прям очень бюджетная, но тем не менее все очень хорошо на совесть запаковано, и у меня никогда ничего не приходило разбитым. Эта тарелочка имеет оптимальный размер, и то, как она выглядит, сейчас немножечко отсвечивает из-за яркого освещения студийного, но я обязательно покажу вам, как это выглядит при дневном свете. Она очень стильная, она очень нарядная, сюда можно выкладывать десерты, все что угодно, но такую посуду я использую даже для котлет или чего-то такого обыденного. И вот поставишь на стол, и как-то так сразу аж глаз радуется. Я очень люблю красивую посуду, и мне больше всего нравится именно белая. Кстати, эти тарелки, у меня их есть несколько, все они роскошного качества, здорово подходит посуда из IKEA, то есть базу я приобрела там, а что-то такое более нарядное, интересное я уже дозаказала на AliExpress. Еще одна вещь, которую я купила в единственном экземпляре, чтобы посмотреть, как это выглядит в реальной жизни, это кольцо для сервировки стола, конкретно для салфеток. У меня есть набор серебристых вилок и золотых, я по настроению все там себе меняю. И обязательно докуплю еще больше для того, чтобы всем гостям досталась красивая сервировка. Но люблю я это дело. А колечки бывают совершенно разными, в золоте и в серебре, разные формы, с разнообразными гравировками, какими-то узорами. Я решила взять вот такую классику, и мне очень нравится. Забыла принести комплекты для дома или пижаму, но покажу вам в примерке. Это пижама, которая многим понравилась в моем инстаграме. Вы спрашивали, где взять такую расцветку. Я заказывала ее на AliExpress в размере M. Я предполагала, что штанишки могут быть прям впритык. У меня рост 1,62 м, поэтому если вы высокая девушка, то учитывайте этот момент. И я люблю свободную, не сковывающую движение одежду, особенно дома или во сне, поэтому я взяла себе побольше, и зачастую все какие-то размеры, которые представлены на AliExpress, они чуточку маломерят, как мне кажется, поэтому я как минимум на один размер беру больше, а куртку так я вообще взяла L. В общем, пижама в размере M, мне очень нравится расцветка, это сочетание белого, пальмовых листьев и также розового цвета, это как-то так нежно, по-весеннему, и вообще я люблю проснуться и даже просто переодеться в эту пижамку, хожу так по дому. Прилагался отдельно еще и пояс, то есть можно подчеркнуть талию, если вам не нравится все такое мешкообразное. И это типа как сатин, то есть это не шелковая пижама, давайте не будем придумывать себе чего-то, но мне в ней не жарко, и
У меня даже настроение лучше, когда я ее надеваю. Вы не поверите, но я купила себе кондитерское кольцо. В последнее время я гораздо больше всего пеку, и также я наконец-то научилась делать идеальные сырники, такие ровненькие, как в каких-то ресторанах, кофейнях. И когда я использовала стакан или какую-то кастрюльку, то было не очень удобно. Я подумала, что такое кольцо может спасти ситуацию. Они есть и бюджетнее, то есть мое кольцо дороже за счет того, что оно увеличивается или уменьшается в диаметре. Если для вас это не критично, можете взять кольцо одного статичного размера, и это тоже не ударит по карману. В общем, я думаю, что если вы любите печь и, в принципе, готовить, то вы знаете, для чего необходима такая вещь, и она действительно делает готовку чуточку проще. Так как я снимаю видео, я регулярно меняю свой фон, ставлю то живые цветы, то какие-то статуэтки, то свечи, иногда картинки, и мне не хватало ярких плакатов. На AliExpress такое разнообразие, вот нравится минималистичное, пожалуйста, абстракция, детские, большие, маленькие, какие угодно. Я высмотрела что-то поярче. Первое — это лабутены. Я все никак не доеду до Икеи. У нас, по-моему, снова все закрыто, поэтому не светят мне новые рамочки, но ничего, все равно плакаты дождутся. Вот такие прикольные лабутены сзади, с красной подошвой. И к качеству печати у меня нет никаких претензий. Между прочим, это не бумага, а типа как канва. И вот этот классный, а второй — Прада Мафия. Немножечко меня смущает, вот я не могу понять, то ли во время транспортировки что-то пошло не так, то ли во время печати. Издалека это, в принципе, не бросается в глаза, но я-то это вижу и об этом знаю, тоже предупреждаю вас. Если положить это под стекло и куда-то повесить, то я думаю, что никто не обратит внимания, но я еще подумаю. Попробую как-то спасти этот плакат, потому что сама идея мне очень нравится. Извините те, кто уже видел эти подсвечники, но в этом ролике без них тоже никак. Это набор подсвечников, которые в H&M Home, например, будут стоить гораздо дороже. Три подсвечника вот таких. И вы знаете, они там есть и черные, и серебристые. Я взяла золотые, потому что меня потянуло на такие аксессуары в доме. И они такие лаконичные, очень элегантные, или на праздничный стол, или даже в ванную комнату. Куда угодно, на туалетный столик можно поставить. Здесь еще и подклеена типа какая-то пенка, что-то в этом духе. То есть они не будут царапать поверхность, ничего не повредится. И они также не будут прям сильно скользить в том месте, куда вы их поставите. Можно отдельно или можно сразу все использовать. Они очень-очень мне нравятся и оправдали все мои ожидания. И та-да-да-дам-та-дам! У меня для вас шикарная новость, в честь чего торт. AliExpress празднует свой 11-й день рождения. Да, это не шутка, действительно, AliExpress празднует свой день рождения 29 марта. И в честь этого они устраивают первую по-настоящему масштабную распродажу в этом году. И напоминаю вам, что максимальную выгоду во время онлайн-шоппинга можно получить, используя кэшбэк-сервис Letyshops, я тоже им пользуюсь. Я оставлю вам ссылку внизу. Они всегда возвращают процент от потраченных денег, но в период с 29 марта по 2 апреля у них будет действовать горячий кэшбэк на покупки на AliExpress до 15%. Вы переходите по ссылке на официальную страницу Letyshops, регистрируетесь, если вы еще этого не сделали. Дальше с главной страницы активируете горячий кэшбэк, переходите на AliExpress и шопитесь как обычно. В эти дни можно покупать технику, телефоны некоторые заказывают, лично у меня есть, и робот-пылесос я приобретала там, и щетки для чистки зубов, ирригатор, и многое другое, что-то по мелочи, что-то посерьезнее. И помимо всего этого, Letyshops еще и устраивают классный конкурс, в котором каждый может поучаствовать. Одна покупка, один билет. То есть каждый раз, когда вы будете покупать какие-то товары на AliExpress через Letyshops, вы автоматически участвуете в конкурсе. И призы будут вот такие, целых 11 12-х айфонов Pro Max. Всю подробную информацию я оставлю в инфобоксе, а мы с вами продолжаем. Кстати, я отобрала уже целую корзину того, что я планирую купить в эту распродажу. Мои хотелки все никак не заканчиваются, но я научилась находить там настоящие жемчужины. Если вам интересно, то я, конечно же, поделюсь с вами внизу всеми наводками. Так как к нам часто приходят гости, я люблю все красиво подавать. Ну и что тут скрывать, я также люблю кофе, я настоящий кофеман, хотя стараюсь ограничивать.
И детям очень часто подаю еще пенное теплое молоко из кофемашины. И купила еще и такие интересные трафареты, благодаря которым можно нарисовать любой узор на кофе или на молоке. То есть вы берете какао и посыпаете, вот так накладываете на чашечку, посыпаете, и у вас сразу появляется узорчик. Месяц со звездочками, типа чашка кофе, бантик, зерна кофе. Ну, в общем, их есть много. Несколько видов сердечек, еще месяцы, солнышко. В общем, вы можете порадовать близких или задать себе настроение. Или даже признаться в любви, потому что здесь есть надпись «Love». Я шучу, но прикольно. Не совсем прям домашняя вещь, но для домашнего использования. Давайте договоримся так. И хочу вас предостеречь, потому что у меня уже вторая беспроводная зарядка. Одну мне дарила подруга, которую покупала где-то у нас здесь в Кракове, насколько я знаю. А вторую я приобретала на AliExpress. И я специально взяла помощнее. Где-то еще есть кабель USB, но я его отсоединила и, честно говоря, не пользуюсь. Почему? Я пробовала и снимать чехол в айфоне. И как-то там, знаете, приспособиться и на дольше поставить. Ни разу больше 25% эта вещь телефон мой не зарядила. То есть, как бы задумка очень прикольная. Поставила, ничего не нужно подключать, не будет ломаться кабель. Но, к сожалению, в моем случае это не работает. Если вы знаете почему, возможно, только с айфоном такая проблема. Теоретически эта зарядка должна работать со всеми моделями телефонов, но у нас с ней не сложилось. Раз речь зашла о телефонах, то покажу вам новый чехол. Я специально его сняла, в последнее время постоянно с ним ходила, потому что старые нужно помыть. Я периодически их снимаю, но вот эти хорошо служат. У меня есть еще такой нежно-зеленый, он быстрее пачкается, но вот этот коричневый, он и стильный, выглядит реально дороже, чем он стоил. И помимо этого, он еще и, ну, прочный, он защищает телефон, пока что, тьфу-тьфу-тьфу, телефон в целости и сохранности. И прилично выглядит спустя какое-то время. Я с ним хожу, ну, полгода так точно. Чехол, который сейчас у меня в руках, вот такой интересный, который реально подходит мне по настроению. Печать ровная, силикон не прям супер плотный, то есть он слегка сгибается, но не могу назвать его очень тонким. То есть такой оптимальный, стоило копейки. Я периодически меняю чехлы и всегда заказываю их на AliExpress. Каждый раз, когда мы куда-то едем, у меня проблема, куда поскладывать все мои карты памяти, запасные батарейки, USB-кабель отдельный. В общем, у меня техники масса. И я думаю, что зарядок, как минимум, у всех тоже хватает. Нашла на AliExpress органайзер вот такой серенький. Они бывают разными. Побольше, поменьше, разные отделения. Вот по одной ссылке, если пройдете, там можете посмотреть, какой будет подходить больше всего вашим каким-то потребностям. Я взяла с кармашком, чтобы застегивала, чтобы мои карты памяти не потерялись, что иногда случается. Сюда можно повставлять, не знаю, что угодно, что придумаете. Какие-то батарейки сюда поместятся, зарядки и так далее. И здорово, что есть несколько отделений, то есть не нужно будет запихивать все в одно и потом снова рыться. А здесь их два, и каждый отдельно на замочке. Очень практичная вещь – ластик для чистки обуви. Если помните, то какое-то время тому назад я показывала вам похожий для замши. Вот такая штука, оставлю вам опять же ссылку в инфобоксе. У меня уже была и такая, но я ее где-то посеяла, поэтому докупила новую, не успела даже вам о ней рассказать. В общем, этот ластик, конкретно этот, предназначен для чистки кед, какой-то обуви, где светлая подошва. Она очень быстро пачкается, и иногда ее отмыть нереально. Тут берешь раз-раз-раз, и через пару минут у вас обувь буквально как новая. В общем, делюсь с вами своей такой находкой, потому что, ну, реально еще нигде ни у кого не видела в рекомендациях. Ну, наконец-то, бижутерия. Сейчас на мне комплект офигенных сережек, извините мой французский. Но, правда, когда они приехали, я даже не могла понять, это я где-то заказала или это реально из AliExpress. Эти сережки настолько классные, что они могли бы продаваться в каком-то, ну, около ювелирном магазине или с такой бижутерией подороже. Берите на заметку, они угловатые, очень минималистичные, лаконичные, ко всему будут подходить. И они, ну, вообще, реально выглядят
супер дорого, не побоюсь этого слова. Я думала, что следующая пара это тоже будут сережки, я не знаю. Я как набросаю чего-то в корзину и узнаю о чем-то только тогда, когда товар приезжает ко мне. Потому что тороплюсь или могу даже не обратить внимания, что есть какие-то нюансы. В общем, выглядит это, конечно, супер красиво. Это как будто несколько цепочек закручены в бублик. И если бы это были серьги, то я готова была бы купить их раз в 5 дороже. Сейчас покажу, как они выглядят на мне. Я думаю, что вы со мной согласитесь. Выглядит супер аккуратно и не бросается в глаза. То есть это не бижутерия, которая привлекает на себя все внимание для того, чтобы дополнить какой-то наряд. Даже куда-то на праздник можно надеть и не сиять, блистать и притягивать все взгляды, а вот чисто, знаете, такая точка над «и». Эти сережки сейчас супер актуальны, они продаются в таких магазинах, как Zara, Mango, ну, похожие. И я заказывала их именно на лето, к какому-то легкому платью, возможно, к вечернему наряду, к чему угодно, хоть с купальником их надевай. Они очень интересные, необычные, такие массивные, но не супер тяжелые. Нет никакой застежки, но они не спадают за счет длинной вот этой концовки со второй стороны. Сережки крутые, как мне кажется, знаете, для коллекции, то есть не на каждый день, но тем не менее с чем-то таким, что будет к ним подходить, они выглядят очень выигрышно. О, это уже акцентные серьги, и такие серьги зачастую продаются очень дорого в инста-бутиках, даже в H&M, они стоят прям реально немало. Эти серьги с каплевидным большим камнем и по периметру поменьше. Я как-то снимала в них видео, и была масса вопросов, откуда у меня такие сережки. Все мои нарядные из AliExpress за 2-3 доллара, но действительно, вот издалека непонятно, что это такое и сколько я за него заплатила. Между прочим, они еще и легкие, то есть если несколько часов в них ходить, то не критично, не хочется сразу от них избавиться. То есть для человека, который привык к бижутерии, для меня это оптимальный вес. И еще одни клипсы. Тоже была бы рада таким сережкам, но почему-то мне они не встречались. Я решила, ладно, пусть будут клипсы, тем более, что они безупречно подходят под кардиган, который я покажу вам буквально через несколько минут. Как видите, это маленькие клипсы, посередине жемчужина, они сделаны под старое золото и с такой черной каемкой вокруг жемчуга. Вот такие малыши, они очень классные, даже в офис можно в таком прийти, то есть и в пир, и в мир. Следующий аксессуар это шляпа, у меня их две, есть еще и белая, но белую, вот чисто белую, кипельно-белую мне довольно сложно интегрировать в свой хоть базовый гардероб с такими спокойными расцветками, но тем не менее белый очень часто выбивается, и когда я покупала ее, мне казалось, что она больше молочная, поэтому я докупила еще одну, стоит она 8 долларов, но в H&M и в подобных магазинах они стоят гораздо-гораздо дороже. А может, и меньше я заплатила. Там в зависимости от цвета. Я покупала их у разных продавцов, но тем не менее шляпки за такую цену огонь. Кардиган, который я ношу не только часто в своих видео, но еще и в реальной жизни. Я без ума от гусиной лапки. Это так стильно, это так просто сочетается со всем остальным. И не требует ничего дополнительного, чтобы как-то поддержать образ. Добавляю помаду поярче. И сразу такое ощущение, что слегка французский стиль, что-то в этом духе. Этот кардиган чудесно выглядит со всеми кожаными леггинсами, юбками, с обычным черным платьем в обтяжку. Надеваешь кардиган и уже так приличненько, абсолютно не пошло. Также можно носить со светлыми брюками. Сейчас вот период весна-лето, даже летом бывает прохладно, поэтому кардиганы у меня без дела не лежат. Мне нравятся пуговки, они золотые, типа как с жемчужинками. Только знаете, что жемчужины немного царапаются со временем, но издалека это незаметно. И реально в сетевых магазинах уже обнаглели, потому что все акриловые вещи такого плана, это не шерсть, давайте не будем себя как-то обманывать. Но он приятный к телу, не парит, все с ним прекрасно. Так вот, в магазинах такие кардиганы стоят по 50 долларов у нас. Мне кажется, что это уже вообще обдираловка, поэтому я заказала, и у меня нет каких-то особых нареканий. Я его реально много раз надевала и не вижу, чтобы он скатался. Чего не скажешь
свитере, который я покупала в Mango за типа $50, и он весь в катушку, к сожалению. Весенняя куртка. Она приехала ко мне пару месяцев тому назад, и вы тоже наблюдали ее на мне. Хочу сказать так. Она мелькала у меня перед глазами миллион раз. Я думаю, ладно, закажу, если что, скажу вам, что она того не стоит. Отзывы на нее хорошие, есть в разных расцветках. У меня размер M. Я взяла себе светленькую. Если сравнивать с моей курткой из Страдивариуса, которая из эко-кожи, то это, конечно, полегче. То есть она прям сильно греть не будет. Давайте с вами договоримся, чтобы мы друг друга правильно понимали. Она мега стильная. Можно затянуть здесь вот эти шнурочки и чуть-чуть подчеркнуть талию. По качеству она типа как из Бершки, из Pull & Bear, из вот таких магазинов. Чуть дешевле, чем Zara, скажем так, но все равно она стоила там $20, что-то в этом духе. И выглядит она вполне себе прикольно, я ношу ее, потому что она, ну, стильная, она не выглядит так, как куртка из AliExpress. И даже в жизни мои подружки спрашивают: «Оля, что за куртка? Где ты такую нашла? Ну-ка, делись». Вот в самом деле она неплохая, есть манжеты, все аккуратно сшито, нет никаких ниток, карманы вместительные. То, что мне надо. И она тоже будет хорошо стираться и быстро сохнуть, что немаловажно, когда ты покупаешь вещь в светлом цвете. Поэтому, если вы так же, как я, видели миллион раз эту куртку и думали, стоит или нет, за такие деньги – да. Но берите себе побольше. И если вы носите, например, размер M, такой вот полный размер M, то почитайте, какие размеры заказывают девчонки. Потому что я на свой SXS, ну, в зависимости от модели, вещи, которую я покупаю в этот раз, я взяла M. Так что она сидит свободно, но я этого и добивалась, поэтому я довольна. Шок-контент, я купила себе там обувь. Да, все товары, которые вы сегодня видите, это мои личные приобретения. Я ничего не беру на обзор. Не потому, что это плохо. Нет, кто-то так делает, и окей. Но мне гораздо спокойнее, я всегда все выбираю на свой вкус. В общем, почему я решила купить обувь на AliExpress? Если бы не моя мама, у которой точно такие же сапоги и чулки, я бы, наверное, побоялась рисковать, хотя когда вы заказываете товары подороже из AliExpress, еще и плюс скидка там или кэшбэк, или все вместе, то получается реально выгодно. И у мамы увидела ее ботиночки, думаю, слушайте, классные ботинки, почему бы не найти такой цвет, который, опять же, в магазине мне не встречался. Я люблю сапоги-чулки, особенно в межсезонье, когда еще типа туфли рано надевать, но в ботинках жарко. Тем более я часто на машине, и светлые сапоги-чулки – это не с собакой на прогулку. Да, вот так. И я нашла бежевые, кстати, они очень красивого цвета, красивее даже, чем я ожидала, и удобные, я не могу ничего сказать, все гадала, какой размер мне взять. Напишу точно в инфобоксе, но в итоге у меня 38-й, и это цвет арахисового масла. Кстати, вот тут они мне чуточку широковаты, но я зачастую надеваю их с леггинсами в таком же цвете. Ноги бесконечно длинные и стройные, но не у всех в области косточек, вот здесь, да, очень узкая нога, так как это у меня реально как-то непропорционально узко там. Поэтому я думаю, что для всех остальных не будет вообще стоять такой вопрос. И у моей мамы совершенно другое строение ноги, и на ней они сидят безупречно. Но у нее в черном цвете такие же, и каблук здесь зеркальный. Но не прям вот серебро-серебро мерцающее, что можно себя там рассмотреть. И я даже считаю, что такой цвет смотрится более выигрышно, чем черный. И высота каблука такая, от которой не устает нога. Я недавно была в торговом центре в них, пока у нас все не позакрывали, и я совсем не хотела поскорее переобуться. В общем, классная покупка. Я даже не знаю, что можно еще добавить. И последнее, это напоминалка. К сожалению, платье сейчас находится в стирке. Я показывала его в покупках на весну, но, возможно, вы смотрите ролики только с подборками AliExpress. В общем, платье очень такое приятное к телу, это раз. Есть разные расцветки, супер модный, актуальный женственный вырез. И мне нравится то, что даже когда платье растягивается, оно все равно не просвечивается. Вот по сравнению даже с платьем из Mango такого плана, у меня есть, я покупала, здесь материал поплотнее, трикотаж. И я думаю, что до M-ки оно спокойно растянется. Насколько я помню, это
универсальный размер, и чем больше вы будете его растягивать, вы просто потеряете длину. Вот на мой 1,62 м оно село так, как мне хотелось, я постеснялась взять светлое, хотя все думала, молочный или белый, или вот этот тауповый, кстати, очень универсальный, не бросается в глаза, и когда мне хочется выглядеть более женственно, подчеркнуть форму, то я надеваю это платье. Очень мне нравится такой фасон. И на Алиэкспресс я видела боди. Короче говоря, у меня, как всегда, там куча невероятных находок. И все, оставлю в инфобоксе. Да? Кисточки. Покажу вам всего три, хотя я покупала больше. Первая кисть My Destiny. Вот такая универсальная, яйцеобразная. Она не похожа на факел, более как бы округлая. По сравнению с той, которую я нахваливала в прошлый раз, это чуточку жестче. И ее нужно реально вот, нанося бронзер, да, не сильно прижимать кожу для того, чтобы не передвигать тон. Не прям критично, я к ней приловчилась, мне нравится форма и ворс не супер прям такой деликатный, который мог бы быть. Но за такую цену вполне себе кисть. А вторая кисть, кстати, когда я ее покупала, не было написано, что это подделка. Поэтому я не стану прям сильно ее рекомендовать, но кисть хорошая. Вот в самом деле это одна из самых удачных кисточек в моей коллекции. Мне прям аж обидно. Я, наверное, отправлюсь в Corner Make Up Forever и куплю себе оригинал. Потому что у меня никогда не было их кисточек, и если бы я знала, я бы не приобретала ее. Это кисть 128, она мягчайшая, она идеально наносит пудру. Она для много чего может вам пригодиться, даже при желании вы можете нанести хайлайтер. То есть она, во-первых, довольно большая, вот это раз, а во-вторых, она чуть-чуть сплюснутая, то есть даже бронзер, класс. Еще одна кисть малютка, которая как раз отправится в мою дорожную косметичку. Если мы куда-то отправимся, у меня будет кисть для нанесения тона, для скульптурирования, для бронзера кремового тоже хорошо, именно для кремовых текстур. Это кисть типа кабуки, то есть она такая плотненькая, супер мягкая, она прям вот очень хорошая, и для того, чтобы распределить консилер под глазами, например, тоже супер, и она мягенькая до невозможности. Наш старший ребенок ходит в частную школу, и у них там все строго по цветам. Я нигде не могла найти целую упаковку таких вот серых носков. Светлые не подходят. Там с полосками тоже не могут быть. И в H&M, например, покупаешь пачку, только одни такие, все остальные получаются для дома. Я как-то рылась на Алиэкспресс, наткнулась на женские носки. Я купила 8 пар. Слушайте, они плотные, они тянутся хорошо. И у ребенка размер сейчас где-то 33-34. Вот тоже нормально сидят, то есть на 37-38 они растягиваются. Я примеряла не больше. Ну и поменьше тоже хорошо. Так что теперь я знаю, где можно найти носки. Это у нас была вечная проблема. Я видела такие красивые наборы мужских носков. Их там заказывают прям сотнями тысяч, наверное. Между прочим, эта расцветка еще более универсальная, чем, например, черные или какие-то светлые. На этом мы с вами будем прощаться. Я надеюсь, что вам сегодня со мной было интересно. Не забывайте поставить пальчик вверх, если вам понравилась моя сегодняшняя подборка. Также пользуйтесь кэшбэк-сервисом Letyshops. Не переплачивайте, экономьте ваши денежки во время шопинга и попытайте свою удачу. Возможно, кто-то из вас выиграет новенький 12-й iPhone Pro Max. И также небольшой анонс. 29 марта на моем канале выйдет, скорее всего, влог, где будет грандиозный розыгрыш, в котором будет такой приз, которого еще никогда не было на моем канале. Это что-то суперклассное и дорогое. Поэтому оставайтесь на связи, а на этом пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.